Всем снова доброе утро, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет следующая моделька от фирмы Puma. Кеды мужские Surf Pro 1948. Но это реально классика, друзья, сегодня пришла. Стоят они 6000 рублей. Артикул 38-38-79. Код цвета 02. Это, ребят, реально классическая модель, о чем свидетельствует маркировка, как вы можете видеть, да? Такая вот золотая 1948 Puma. Данная модель выполнена из полностью из натуральной кожи, как вы можете видеть. Кстати, друзья, вот сегодня снимаю с телефона, просто забыл дома экшн-камеру. Некоторые говорят, очень, ну, нету фокуса там и как бы не очень качество. Скажите, пожалуйста, может быть, вот с телефона будет лучше, я буду дальше снимать с телефона. Вот, так что напишите в комментариях, ребят, как лучше вообще, с экшн-камеры или с телефона снимать. Вот такая вот моделька, подкладка текстиль, как вы можете видеть. В данной модельке используется стелька Soft Foam, знаменитая, как и во всех моделях Puma. Уже почти в каждой модели используют эту стельку Puma. Ну, в принципе, стелька очень удобная, комфортная и очень хорошо амортизирует. Многие ее знают. Самый главный плюс, ребят, это натуральная кожа. Натуральная кожа данной модели — это основной ее плюс. По ширине колодки я заметил здесь примерно средняя. На широкую ногу, наверное, вряд ли они пойдут. Но вот на узко-среднюю вполне-вполне. На язычке вот такой вот логотип Puma тоже золотого цвета. Нравится мне вот то, что вот они как бы возвращаются к классике все-таки, да. Классика — это на самом деле очень круто, модно. И, как говорится, старое, новое — это все хорошо забытое старое, друзья. Давайте рассмотрим подметку. Подметка выполнена не особо замысловатым протектором. Вот так вот она выглядит. Знаете что, вот единственное, что меня смущает, это наличие системы SOT. Во всех последних кедах именно от фирмы Puma используются SOTы, промежуточные подошвы. На мой взгляд, это не очень практично, но, опять же, зависит от качества. Раньше, допустим, эти соты постоянно проламывались, и нога, так сказать, пятка уходила в эту промежуточную подошву. Но это в таких самых дешевых кроссовках с рынка. В кедах, наверное, такого не должно произойти. Но, опять же, не знаю, друзья, но этот момент учтите, что здесь используется система сот. В целом модель довольно-таки симпатичная внешне, как вы можете видеть. Сзади тоже имеется шилдик Puma. Пятка здесь, кстати, укреплена дополнительным слоем кожи, как вы можете видеть. Вот она. А получается, она не пришита, она как бы сверху вот тут пришита, где текстиль, да? Вот так идет внахлёст. Ну, это классика, классика, друзья, на самом деле. Круто смотрится. Лично мне так довольно-таки понравилось. Размер я взял 10,5. На мой 44-й, у меня размер 44, примерно 44,5. В принципе, должны подойти они, друзья. Но опять же, надо мерить. Давайте-ка я их сейчас померю и посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Заодно расскажу о своих ощущениях. Yeah.
что, друзья, очень-очень-очень-очень-очень даже неплохо. Что хочу сказать, очень мягенькие. Кожа здесь прям очень-очень мягкая. Вот если сравнивать с предыдущими пумами, которые у меня были на обзоре, там кожа более жесткая. Здесь она прям очень мягкая. Хорошо так удобно ходить в них. Плюс стилечка еще Soft Foam отрабатывает на все 100, друзья. Очень-очень неплохо, я вам так скажу. Они даже мне показались удобнее, чем предыдущие пумы, которые я делал обзор. Вот это Calvin Dye модель была у меня. На мой взгляд, вот эти вот они гораздо комфортнее. Но это лично мое мнение. По поводу сезона, друзья, ну это понятно. Весна-осень 2022 год, новинка. Пришла буквально вчера, поэтому выкладываю сразу, друзья, чтобы вы могли посмотреть на них, так сказать, из первых рук, друзья. Все для вас. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, понравилась ли вам эта модель. Ну, на мой взгляд, кеды такие достойные, заслуживают внимания. Приходите в магазин Спортмастер, мерите, ну и, соответственно, при желании приобретайте. Скорее всего, пока что на сайте их нету. Ну, если есть, ссылочку обязательно приложу в описании, как обычно. На этом буду с вами прощаться, друзья. Желаю всем счастья, добра, любви, а самое главное, крепкого здоровья. Носите удобную и комфортную обувь. Все, друзья, всем пока-пока.